Со временем любые тросики и рубашки дают усадку. Вот так вот выглядит нормальный кончик рубашки. А вот так вот выглядит вот эта вся волосня металлическая, которая вылезает из оболочки. То есть велосипед несколько лет, и вот эта вот штучка начинает вылезать и избиваются настройки переключателя. И это желательно все либо обрезать хотя бы раз в год, потому что там тоже и грязь, и ржавчина. Вот видите, вот это с магазина вот так отрезано, не очень хорошо. Все это окисляется, то есть либо отрезать миллиметров по 5, либо вообще менять раз в год рубашки и тросики. Но это зависит уже от состояния, насколько внутри хорошо тросик скользит. В принципе, на этом велосипеде рубашка и тросик живые, то есть внутри не сильно много грязи. Вот здесь я отрезал 5 мм, а с другой стороны, посмотрите, сколько много я отрезал, потому что я сейчас завожу рубашки правильно. То есть вот правая рубашка заходит с левой стороны, а левая рубашка заходит с правой стороны. Соответственно, вот такой огромный кусок я сейчас отрезал, выкину, и тросику будет удобно скользить внутри новой чистенькой рубашки.